Всем привет! В этом видео мы поговорим об обновлении фитнес-браслета Honor Band 6. Как видите, на него наконец прилетел русский язык. Пришло обновление 10.1.2.12. Я получил обновление спустя 3 дня от его выхода, то есть 15 января начали рассылать это обновление. И вот 18-го оно пришло и ко мне. Насколько я знаю, его высылают небольшими партиями, то есть не сразу для всех устройств, а поочередно. Поэтому дождитесь, и вам также прилетит. Для приложения Huawei Health в аккаунте задан регион Украина, и видим, что обновление пришло достаточно оперативно. Давайте посмотрим более детально. Переходим в приложение Huawei Health, открываем вкладку устройства, выбираем Honor, и видите, появилось уведомление обновление ПО. Что у нас добавилось? Повышает качество работы устройства, оптимизация качества работы функций будильник, вид некоторых экранов, записи тренировки, оптимизация работы функций уведомлений, проблем некоторых тем, исправная возможность отображения экрана будильника. Видим примечание, что должен заряд устройства быть выше 20%. 80. Обновление занимает около 20 минут. Я надеюсь, это будет быстрее. Нажимаем обновить. Подключаемся к Wi-Fi, чтобы была быстрее передача данных. Обновляем. Обновление под номером 10.1.2.12. Вес 5.40 мегабайта. Так. Телефон подключился к трекеру. И идет загрузка обновления. Все, трекер перезагрузился, обновление установилось успешно. Русский язык активен. Напомню, что регион установлен в приложении Huawei Health Украина. Переходим в настройки, смотрим. Полноценный русский язык для всех элементов меню. Удобно и не пришлось слишком долго ждать. Дыхательные упражнения, стресс, сообщения, погода. Так, секундомер. Новых опций, я вижу, не завезли. Все как было, так и осталось. Надеемся, что подключение к приложению исправили. Некоторые писали, что у них отваливается браслет от телефона, если выгрузить его из фона. У меня таких проблем не наблюдалось. Надеюсь, что с этим обновлением они у вас исчезнут. Видим, что обновилась последняя версия. По настройкам здесь никаких новых функций не появилось, циферблатов новых также нету. Ну а на этом у меня в принципе все. Если обновление вам еще не пришло, то дождитесь его. Повторюсь, что рассылка будет длиться еще около 2 недель. Началась она 15 января и выходит волнами. Поэтому нужно набраться терпения. Всем спасибо за внимание и до встречи.